Что вы знаете, мы в Аркадии на море вечером. Не хотела снимать часто, но не выдержала душа, поэтому спустились к морю. Ой, воздух потрясающий. Посмотрите на это море. Такие волны. Да, пирс заливает тут прилично. Вот так красиво. Немножко темнеет, конечно. Моя камера не очень снимает. О, смотри, мокрый пирс, смотри. Сколько молодежи. И все снимают, снимают всю эту красоту. Шум моря. Вечер у нас перевели время, поэтому время на час назад перевели. Сколько сейчас времени? Полпятого. Сейчас полпятого, это по-старому сейчас бы было бы полшестого. Вот видите, пляжи все закрыты. Пляжи, да, все пляжи. А море так красиво, такой закат. Сильно захотелось воздухом подышать. Не хочется сидеть дома. Игорь говорит, идем погуляем. Я говорю, идем погуляем. Снимать не будем, снимать не будем. Это мы не снимаем, это так. Наши фантомы. Да? Ну, это уже невозможно сдерживать. Как отсюда смотрится наш, кстати, Аркадия на устройке. Очень много молодежи. Отдыхают, снимаются. Ой, воздух просто превосходный. Сейчас примерно где-то градусов 10, да, Игорь? 12. Воздуха, да. Не, ну 12 навряд ли, сегодня было прохладно. Хочу побольше моря снять, чтобы было море. Ну, а там сколько людей идет, смотри. А это там люди сидят наверху и на скамейках, вот видите, и они смотрят на море. Дышат, смотрят, гуляют. Сейчас намочат, сейчас намочат. Попала вода, попала. Ну, там был ресторанчик, сейчас он, наверное, закрыт. Можно здесь подняться или по плитам, как ты хочешь. Я думаю, здесь по плитам или по лестнице? По плитам. По плитам? А. А вот отсюда видны плиты, по-моему, вот там. Мы все время туда не доходим, но... Что там? Что-то тоже какая-то постройка.
О, помнишь, это были вот такие, воду мы пили с таких. Это что, действовало на летом, да? Советских, ну не, она не совсем такая. А, ну похоже. Не совсем такая, но похоже, да? А в Дюковском такие стояли на каждом. Да, 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 да. Четыре точно стояли. Угу. Возле качелей, возле рыбок. Да, везде стояли. Шар здесь какой стоит, посмотри. Йога на море. Вот видите, вот здесь люди сидят на скамейках вдоль моря. А, можно было... Или здесь поднимемся уже. Идем здесь. А там закрыт проход, только вдоль, получается, моря там. Да? Да. Ну-ка, смотри, как отсюда море. Красиво, как здорово. Вот видите, такая лестница. Сказали, что якобы по трассе здоровья запретили ездить. Здесь уже нет. Нет, ну она там, еще нет, да, трасса там. Ездить на этих, как они, на самокатах. Я просто увидела велосипедиста, увидела, я вспомнила. Я за качество сразу извиняюсь, потому что вечерняя у меня съемка не очень. Камера, ну, если будет сильно плохо, выкладывать не буду. Посмотрим. О, отсюда море видно. Такой класс. Здорово. Вот он едет на своем самокате. Все такое небо, такой закат красивый, да? Угу. Ну еще не закат, но видно, закатывается. Не закат, закатывается. Сейчас закатится. А что, вот этого не было здесь, что это такое? Там что-то играть было, лайка какая-то. Вот надо вот дырку проковырять, да? Угу. Там музыка играет. Штиль, да? Казалось, вроде... Где же штиль? Какой штиль? Слышь, она говорит, казалось бы, штиль. Где она видит штиль? Ой. Слушайте, вы можете завидовать белой завистью, вот честно. Вы не представляете, какой воздух. Просто прям такой не передать, да, Игорь? Конечно, гораздо прохладнее, чем в городе, но если хорошо, нормально одеться, получаешь море удовольствия. Все здесь такое желтое дерево. Вот так никогда не снимали этот корабль, да? Ассоль, это ресторан Ассоль, да? Угу. Здорово. Желтый. Якорь. И попуга. А, слушай, там кто-то есть. Никогда подглядывать. Мы сейчас подглянем, что там. Ага. Зашифровываются. Вот так украшены.
ресторанчик. А соль, солик. Мы шли, когда по главной аллее, по Аркадии. Знаете, что мы увидели? Что строится дом. Вот сейчас мы вам покажем. Там, где этот аквапарк. На часть аквапарка. Да, на часть аквапарка начали строить дом. Вот там, я не знаю, здесь начало можно сказать, а там строят дом. Вот там вот сейчас. И уже продажи, уже реклама. Там темно сильно получается. Это то, о чем я говорила, Юрий мне не верил. Я сама не верила, думала. Не там, а где-то там в сторонке. А там в отделе продаж, там он нарисован, фотография, ну, сделана. Да. Что можно показать, какой будет. Ага. Это получается напротив бассейна, зимой каток там, где делают. Да, 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 да. Там... Ну, сейчас пойдем покажем, да. Кафе все на вынос, ресторанчики все на вынос. Это правда, мы видели. Ну, вот Ибица, она закрыта, уже не сезон. А телевизор работает. Ну, вот они едут сейчас в сторону этой трассы здоровья на этом самокате. Я бы скажу, людей много. Много, да. А и мы шли, было меньше. Сейчас с Хэллоуина идут. Или на Хэллоуин где-то отмечать. Да, да. Ну, это в Аркадии вечером только жизнь начинается. Аттракционы там все светятся. А, вот это они зашли в магазинчик, девчонки хэллоуинские. Вот видите, аквапарк вот здесь, он не работает, он там. А здесь аттракционы в полный рост. Диско Стар. Кому мороженое? Нам не надо, да?
с детьми катаются. Видите, на вынос кафе работают, на вынос. Ну, одежда магазина работают. Выносят на улицу мебель. Да? Одному человеку можно. Ну, может быть, может быть. Вот этот дом. Ага, вот он, да. Реклама этого дома, что будет. Строительство. А здесь вот уже у них, сейчас покажем. Здесь у них вот уже продаж. Отдел продаж, вот. Видите? Вот он какой будет, вот. И вот отдел продаж. Вот здесь будет этот дом. Сейчас мы вам покажем там. А вот уже видно этот. Да. Ну, мы ближе, вот видно, вот уже этот. Забивает, который свай. Свай, да. Нет, здесь, если мы ничего не покупаем, я думаю, что это. О, смотри, какое дерево красивое. Аквапарк уже закачивается. Да, да. И, а вот здесь вот уже начинается стройка. Вот это вот, смотрите, вот это вот все стройка. Вот видите? Слушайте, видите, такие запахи стоят. Помрачительные. И картошкой фри, и курицей, и мясом, и кофе, да? И вафлями. Вот там вон фрукты в шоколаде. Вот это вот все вот такие запахоны. Дети гуляют, все гуляют. Вот, смотрите, вот здесь строится дом, вот, видите, вот она, эта забивалка, и вот это вот такая стена. Это они сделали стену, чтобы держало. Да. Открывать. Сейчас мы вот там пойдем, вот там ресторанчик. Ой, 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 котик, котик идет, красивый. Вот, видите, вот это здесь лед зимой катаются. Там ресторанчик еще. Вот, вот здесь дом строится. Сам аквапарк даже виден. Да. Смотри, там вверху летит самолет или что это? Да. А на мою камеру не видно. Чайка закрыта. А машина чайка стоит. Наверное, что-то там. Ага. Балуются, балуются мальчишки. Хулиганьё. Кстати, фонтан не выключен. Сейчас. Что это за? Ну, сейчас не видно. Да, похоже на почки. Все, вот отсюда видны. Вот эти гигантские новостройки. Здесь посветлее. Да, уже и фонтан. Все как темно, совсем темно.
Аркадия, люблю Аркадия. Да, там такие затемненные кафе работают, рестораны. Ну вот люди сидят на скамейках. Квадрат. Ну все, мы вышли на площадь в каменные джунгли. Да, папа? Угу. Не знаю, если вам видно. Вот я их снимаю. Вот развернусь, покажу. Вход в Аркадию. Аркадия Плаза. Здесь такой мини-маркет. Много машин.